Запасайтесь попкорном и устраивайтесь поудобнее. Ведь сейчас я предлагаю после этого, ну все-таки я вам, или даже сейчас, пойти в одну катку в Fortnite, чтобы, ну, показать вам, насколько я затупок. Насколько у меня заниженная реакция, насколько мне неудобно играть. Я предлагаю, давайте этот ебанем сейчас, я просто вам продемонстрирую. А мне похуй, что вам не хочется. Мне похуй. Фух. А по мне вообще видно, что я затупок? Вот за последние 2 часа стрима, ну, видно, что я отупел. Вот, да? Или вы прикалываетесь? Немного. Но в это я больше как бы верю, потому что я с Кириллом вот когда болтал и с Квинсом, они сказали, по тебе видно, что ты тупой. Вот. Ну, нормально. Сейчас я вам покажу, как надо целиться, блять, как стрелять надо в Fortnite. Тем более, я обещал то, что я зайду там, посмотрю эти, как там, новые перчатки Человека-паука, которые не перчатки Человека-паука. О таком дерьме Громского, о котором я даже и подумать не... Сори, чел, сори, Fortnite. Сори. Я дерьмо Громского. Вот бы кто-нибудь о моем дерьме сделал бы обзор, если бы оно у меня было, сука, какать. Хочу покакать, но нечем какать. В ответ. Сука, да чё ж так долго запускается, это пиздец. А, все запускается. Не, я вам просто хочу не сам Fortnite показать, я вам хочу показать, как у меня замедлилась реакция и как я отупел. Потому что я чувствовал, что, ну, я мега тупой. Сука, да быстрее, ёбаный насрал, это просто пиздец. Такое чувство, что не, затупок не я, а затупок игра. Что-то по центру какое-то странное. О, все. Нормально было. Так, слушайте, подождите, а где я цветок свой сажал? У меня вот тут вот цветок растет. Нихуя лечу по центру. Так, оно. Оп. Гля, охуеть. Для меня это в замедлении происходит, чтобы вы понимали. Но я реально вижу, как будто в замедлении чуть все идет. Ты не выглядишь тупым. А. Ты просто совсем чуточку дольше формулируешь предложение. В смысле, паузы подольше, чем обычно. Но это не тупость. Ебать, пацаны, чуть концерт для якубизма, блядь, или что-то? Тыквомет. Че за хуйня вообще? Гля. Так. Гля. Нихуя. А чё это за концерт по центру лиги кубизма реально? Подожди, подожди. Так, ну, наверное, вот этот я выкину. Я фанат Моргена. Отложи альбом, это разъеб года нахуй от Диссона Гуфа, ты точно охуешь, думаю, будет интересно твое мнение. А я думаю, может быть, мы это отдельным каким-то стримом сделаем, но я не уверен, что это вот, ну, прям фулл контент, который я хочу предоставлять. Но дело в том, что и сейчас происходит не тот фулл контент, который я бы хотел бы предоставлять. Так, еще подождите, чтобы подписчики не узнали. Не делай. У меня в детстве была операция. Я уснул, через секунду проснулся уже в палате. Подходит врач, нагибается и нахуй выдергивает катетер. ППЦ больно было. А, блядь, по центре у меня еще в горле 8 часов хуйня торчала. Искусственная вентиляция легких. Прикиньте. Бля, вот это я чела сейчас попустил люто. Чувствую. Че это? Я сейчас реально люто попустил чела, потому что я затупок. А, ну, то есть, получается, что это? Я круче. О. Ебать, я просто монстр, нахуй. Пиздец, да я топ-1 Fortnite. А когда я поумнее, интересно, что будет. Не, ну это скорее всего боты, это вообще пиздец какой-то. Может быть,
создатели Fortnite увидели то, что я затупал. Так, а ну-ка. Блин, прикольная зона. А ну еще раз. А, ладно, хорошо, сейчас. Ну, есть время, можно попробовать. Сейчас, сейчас, сейчас. Блин, хочется пернуть. Чё нахуй? Нихуя себе. Прикол. Сейчас оно. Сейчас, сейчас. Так. А как это делать? Нихуя себе. Прикольно, прикольно. А это как, вместо кирки? Слушайте, по центре, ну я какой-то даже не затупок, я, если честно, думал, что затуп будет колоссальный. Босс, желаю вам всего хорошего. Вы для меня пример для подражания. Смотрю вас с SP3. Для меня было бы сильным ударом, если бы с вами что-то случилось. Ну пока можно сказать, что еще случилось. Пока я не... Пися хоть раз стояла после операции? А, ну да, вставала пися, было вообще неприятно по центре, потому что пися стояла и ложилась на лобню, а лобня, она у меня как пузырь. Ну, у меня все тело сейчас как пузырь, потому что под ним вот эта вот жидкость скапливается. И было просто неприятно, реально. Я думал, такие, типа, мертвые бабки, мертвые бабки, мертвые бабки. И все. Ну, а сама пися норм, если что, держу в курсе. Но я пока не пользовался, ну, по полному назначению. Но три раза было. Сука, мне нужна еще одна эта броня. Ну, что-то мне подсказывает, что это плохой выбор. Вряд ли я смогу по кому-нибудь попасть. А вы ставки сделали? Ну, хотя бы в топ-10 я войду. Я уже в топ-26. Прикол. Просто, может, повезло. Может, меня реально с какими-то ботиками кинуло. А, то, что пися больше стала, я не уверен. Есть шанс, что даже меньше стало писька. Вот, но я еще пока это надо проверять. Потому что тело вздулось, а писька осталась на месте. Шарите. И может быть даже реально писька меньше стала. Вот так-то. Я в какую-то просто новую локацию приехал. Мне надо убивать людей. О, бля, там походу выстрелы. Сейчас я кого-нибудь нагнули тут. Так, а ну-ка. А как нагибать? У Дани Кашина вышел видос, где он с Тендером пишет музыку. Посмотрим. А я не знаю, кто такой Тендер. И, ну, Даня Кашин мне тоже не особо. Босс, не хотите ли сегодня ночью посмотреть Джо-Джо? Там уже начинается самое интересное в четырех сезоне. Я хотел бы, наверное... Но мне очень неудобно сидеть. Купежировая складка вчера осуществил свою мечту, легально купив майн на Глеркинхуй. Теперь думаю, покупать ли проходку Кеку. Удачи в отходосах. Да, очевидно. Очевидно, это лучший сервер, который у тебя может быть в жизни. Ой, выключи. Выключи, не хочу. Офай. Блять. Блять, офни, АП, 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 офни. Чё-то по центре пока слишком изи. А.
Просто тупой. Да ничего интересного, мне вот этот дробовик лучше нравится. Просто тупой. Я сейчас подумал, что вот этот трос это пуля. Охуенная песня. Стоять, Чебоксар, я в тебя сейчас. Смешно подлетело. Я иду нагибать по центру. Я убил его? А. Ой, блядь, тяжело, пиздец. Блядь, я чувствую, что я мега тупой. Ебать! Пиздец. Не, ну это боты реально какие-то. Черт, теперь ты фури. Что теперь делать? Фух, пиздец, тяжело. Мне кажется, на него надо было просто прыгать. Его вот так вот крутить локтями. Когтями. Пиздец, вот это был файт. Бля, нереальный файт был. Секесом заниматься можно? Пока нельзя. Топ 17 по центре уже. Не, мне реально как будто разрабы подкинули. Мне подкинули реально. Так, вот там перестрелка, давайте сейчас. Теперь вон там перестрелка. Чё за? Отъебись. Отъебись. Отъебись от меня. Спасибо за совет. Теперь буду думать о мертвых бабках, чтобы писи встала. Наоборот. Бля. Ай, блядь. Ебать, что-то я, видимо, исчерпал свой мозг. Пиздец, я сейчас себя чувствую ультра тупым. Предлагаю смотреть два серии и делать перерывчик. Думаю, будет хайп. Желаю вам здоровья. Может быть. Думаю, если хочешь посмотреть Джожо, можно делать перерыв и ходить каждые 1-2 серии. А если не хочется, то в пизду Огда. Чё за кам в меня летел? Да отъебись, курятина ёбаная, блядь. Я не понимаю, что происходит. Я уже в топ-8, я не понимаю, что происходит. Thank you.
Ты чё, бледота, охуела? Ты чё? Я что, бог игры? Охуеть. Да надо было скрыть. 5-5-5-5-5. Среди папа. Это бум-бум-бум-бум-бум. Кухудой босс. С кучей мышц и сексуальной фигурой. Хотел спросить, были мысли снять видос «Неделю живу как ноунейм» на СП? А, очень часто на каждом сезоне просто это практически невозможно. Топ 4. Пятерка, так чё там по концерту Fortnite творка? Могу карту построить, и ты как Мазила в треке исполнишь, круче будет, пиши. А, ладно. Ну когда-нибудь. Охуеть. Зря, зря, зря. Ой, зря, зря. Зря. Ой, зря. Так, сейчас. Я волчара, мне похуй. Я тут взлечу? Не, ну ладно, нормально. Типа, учитывая то, что я затупок, топ-3, блядь, прикиньте. Не, пиздец, я не уверен, что это типа мега-катка, конечно. Но топ-3, учитывая, что я затупок, пиздец. Я хотел сейчас сам эти баночки собрать. Прикольно. Может быть, у вас ставка сыграла. Не, ну я чувствовал, что я играл как затупок, реально. Я прям видел, как я прицел веду за персона... Ну как... Не знаю, как объяснить. Не, ну реально нормально. Я бы взял бы топ-1, просто я решил им поддаться, чтобы их не унижать жестко, потому что, ну, они-то не знают, что я сейчас в затупном состоянии нахожусь. Не мог. И так как Роман лично дружил с Громским, то кому как не ему...